Финансовые последствия ковида в нашем регионе. В профильном департаменте облгосадминистрации с грустью констатируют. Коронавирус оставил свой отпечаток на всех сферах жизни самой большой области страны. Что же касается главных цифр выполнения облбюджета, то его доходы составили более 6 миллиардов гривен, половина из которых – средства из госказны. Вторая часть – налоговые сборы. По этой статье доходов наш регион заметно не добрал. В целом за 2020 год областной бюджет недополучил, недоотримал 218,2 миллиона гривен. Це недоотримання по трьом джерелам. Це подоходний налог ПДФО, це плата за оренду майнових комплексів, що знаходиться у комунальній власності, та відчуження майна комунальної власності. Большую часть прибыли Одесской области составляет налог на доход граждан, а именно 83,6%, то есть 2 миллиарда 44 миллиона гривен. Самые большие объемы поступления были от городов Одесса, Черноморск, Южный и Измаил. 1,5 миллиарда из областного бюджета потратили на реализацию программ образования Одесской области, доступная медицина, культура Одесской области, а также на программу социальной поддержки населения и на борьбу с коронавирусом. Это прогнозирована наибольшая часть расходов.